Марина Горкой. Вот. Кстати, слышно меня хорошо и видно? Просьба такая. Если да, плюсики поставьте, пожалуйста. Вот. Еще раз вас всех приветствую. Итак, друзья, как мы говорим, свершилось, да? Сегодня много уже выложено информации. Там Сибиряков в Перископе снимал. Вот, что-то появляется на YouTube. Причем довольно быстро появляется, да? На удивление. Все срабатывает очень здорово. Вот. И по последним сведениям, сегодня прошла демонстрация на территории Марьиной Горки. Я думаю, более подробная информация именно от компании, да, качественное видео, там, либо какие-то фотографии мы получим, возможно, уже завтра. Вот, может быть, послезавтра, потому что это надо обработать, выложить, скажем так, и так далее. Что хочу вам еще сказать, да, то, что у нас сегодня состоится вебинар по партнерской программе, и, в принципе, он будет в том же формате, в котором обычно проходит. То есть, если у вас будут какие-то вопросы, вы сможете задать. Важно понимать следующее. Смотрите, демонстрация сегодня прошла. Да, будут продолжаться вестись работы по созданию там грузовой трассы и так далее. Да, и как говорил Анатолий Эдуардович из видеоматериалов, которые мне, по крайней мере, довелось посмотреть, что весной, как запланировано, да, с посещением наших инвесторов территории экотехнопарка, то есть там будут уже действовать все три, легкая, грузовая и городская трасса. Вот, и мы с вами, скажем так, сможем посмотреть, возможно, даже поездить и так далее. Но важный момент какой? То, что сейчас демонстрировался данный вид транспорта нескольким потенциальным заказчикам, то есть там, если не ошибаюсь, были люди из Австралии, там были люди с Юго-Восточной Азии, там был как бы не министр транспорта Чечни, вот, речь шла именно об этом. Соответственно, это потенциальные заказчики, то есть это потенциальный приток инвестиций, крупных инвестиций, что может ускорить наш переход с этапа на этап. Соответственно, актуальность вот той информации, которую мы рассказываем на наших вебинарах по партнерской программе, она, скажем так, не перестает быть. Она, наверное, даже становится еще более острой, да? Потому что момент, скажем, движения по схеме краудинвестинга, он может сжаться. Соответственно, у каждого из вас времени для того, чтобы привлечь как можно большее количество людей в виде частных инвесторов в наш проект, да, физических лиц, в виде тех, кто может стать активным партнером по созданию бизнеса по партнерской программе, оно тоже сжимается, это время. Поэтому надо делиться данной возможностью с окружающими вас людьми. Надо, скажем так, если вы хотите создать большой бизнес, да, еще до момента выхода технологий на мировой транспортный рынок, соответственно, активизировать самому. Вот. И по большому счету, действительно, маркетинг-план сегодня позволяет каждому человеку, который находится в вашем окружении, улучшить финансовую сторону его жизни, да, изменить что-то в его жизни в лучшую сторону в плане, скажем так, взаимоотношений с людьми, в плане самореализации, в плане достижения того, чего хочется человеку, да, на сегодняшний день, возможно, его родным близким. Потому что не всегда людей мотивирует то, что хочется именно ему. Потому что иногда вот как бы хочется, а потом он подумал, да хочется, не хочется, погода на улице не очень, да, может быть, на завтра перекину. А вот то, что нужно порой родным, близким, детям, там, родственникам и так далее, не дай бог, если с ними какие-то еще проблемы, вот это мотивирует порой намного быстрее и сильнее, чем даже собственная мотивация. Но я вам желаю, чтобы у вас собственная мотивация положительно как бы зашкаливала, чтобы вы хотели добиваться здесь успеха, зарабатывать деньги, помогать другим людям и так далее, и так далее. Еще добавлю немножко информации. То есть у нас пока в планах, я не берусь утверждать, но возможно это сложится. Завтра с 9 утра у нас открывается в гостином дворе в городе Москва выставка под названием «Транспорт России 2016». В этом мероприятии участвует компания «Струнные технологии», да, которая представляет технологию Skyway. Завтра будет демонстрироваться модель 1 к 10 в масштабе. То есть она сегодня собиралась, я был там на этом мероприятии, на выставке. Сегодня там идет полный монтаж всех, скажем так, стендов, которые там будут присутствовать. Добавлю еще, что мы находимся, еще раз скажу, да, в окружении таких организаций, как Ростехнадзор, Ространснадзор, извините, Росавиация, напротив, и рядом Министерство транспорта Российской Федерации. То есть их павильон один, Ространснадзор, перед нами Росавиация и большой стенд, потому что мне есть чем сравнивать. В 2014 году я был на мероприятии под названием «Инотех», да, нам был выделен небольшой столик, полтора, скажем так, столика, небольшой такой пятачок. Это было в зоне стартапов. Вот, мы тогда рассказывали о технологии. Может быть, в комнате даже есть кто-то, кто был тогда на этой выставке, да, которая находилась на территории бывшего завода «Москвич». Вот, сейчас, к сожалению, завода с таким названием нет, но тем не менее. Выставка прошла тогда тоже интересно, успешно, было много людей. Сибиряков выступал через несколько дней, скажем так, на форуме, который был посвящен этой выставке, где он рассказывал технологии и так далее, и так далее. Так вот, завтра у нас будет довольно приличный стенд. По размеру я посмотрел, он где-то близок к тому, что было у нас на Инотрансе. Может, чуть поменьше, потому что у нас не будет демонстрироваться действующие модели, да, которые сегодня ездят в экотехнопарке.
Вот. У нас будет чуть-чуть меньше за счет того, что действительно не будет двух транспортных средств, юнибуса и юнибайка. Вот. Но площадь очень большая. Поэтому те люди, которые проживают у вас в Москве, ваши друзья, знакомые, партнеры, возможно, по каким-либо другим видам бизнеса, да, бывшие одноклассники, которым бы вы хотели предложить посетить данную выставку, чтобы они могли посмотреть живую, что реально, скажем так, существует вообще данная компания, потому что многие не верят до сих пор, да, что это что-то такое, что реально можно пощупать, потрогать и пообщаться с теми, кто этим занимается. Все думают, что мы есть только в интернете, на роликах там и так далее. Огромное количество людей, вы знаете, да, неверующих ФОМ, или ФОМов, или ФОМей, вот, которые, скажем так, до сих пор считают, что это все какие-то игры, что это все какие-то, скажем так, научная фантастика нарисованная в мультфильмах, да, и так далее, и так далее. Так вот, это мероприятие начнется у нас завтра в 10 утра, будет выставка длиться до 6, четверг тот же самый формат. Пятница, время, скажем так, утреннее, занято под посещение данного мероприятия, я так понимаю, чиновниками какого-то высокого уровня, какими я только узнаю, наверное, завтра. Вот. И с 3 часов до 6 вечера в пятницу там тоже будут происходить действия, то есть туда можно прийти и посетить наш стенд. Сделать это можно двумя путями. То есть это можно зайти на выставку по ссылке, да, найти «Транспорт России 2016», и там есть раздел «Зарегистрироваться», получить разрешение на присутствие, заполнив анкету на свою электронную почту, с ним прийти, получить бейджик, либо прямо там прийти непосредственно на это мероприятие, заполнить анкету, да, участника, указать, кто вы такой. Сотрудники данного мероприятия, которые организовывают, себе анкету заберут, а вам дадут бейджик. Ну и хочу сказать следующее, что мы попробуем завтра работать в формате раз в два часа выходить на связь вот в этой комнате Мирополис. Ссылки завтра, я так думаю, мы распространим по нашим партнерским чатам в скайпе. Попросим техническую поддержку. Если как бы нам дадут отмашку сделать, именно поступить таким образом, да, соответственно, мы будем завтра в 10, в 12, в 14, в 16. Вот мне уже подтвердили, что ссылки нам сделают, комнату запрограммируют. Вот сейчас буквально в ходе нашего вебинара, да. Вот. И мы завтра будем раз в два часа включаться где-то на 10, 15, может 20 минут, если будет много новостей, что-то интересное, да. И говорить о ходе данного мероприятия, которое проходит на территории Москвы, по сути дела, в самом сердце столицы, от Красной площади, это там, ну вот, рукой подать. Выходишь, и вот она, как из нашего окна, площадь Красная видна. Те, кто, скажем так, жил в Советском Союзе, помнят данные стихи. Итак, коллеги, это мероприятие, точнее, это те новости, которые я хотел как бы озвучить в самом начале, но мы возвращаемся, как говорится, к нашим баранам. У нас есть партнерская программа, которая обладает целым рядом преимуществ, она достаточно проста. Вот. Ее понять может, я считаю, даже третьеклассник. Единожды, дважды, может быть, прослушав данную информацию. Вот. А потом еще, если два раза кому-то рассказать, то быстрее откладывается в голове. И я вам предлагаю пойти следующим путем. То есть я сейчас вам включу ролик, да, который продемонстрирует, что из себя представляет партнерская программа компании Skyway Capital, по окончании которого мы с вами сможем обсудить вопросы, которые у вас возникли. Ну и, возможно, у вас есть какие-то вопросы касаемо новостей, что я сейчас озвучу. Я вижу, что у нас люди присутствуют сегодня, скажем так, с целого ряда городов. Кстати, в процессе просмотра ролика, если вы напишите города, из которых пришли, я вижу Альбина из Жуковского, вижу, что Евгений из Хабаровска, у нас есть Курган, у нас есть Санкт-Петербург. Вот. Я так предполагаю, да? Если вы напишите еще города, из которых вы сегодня пришли на данный вебинар, я вам буду за это благодарен. Кстати, по-моему, ссылка на... Так, одну секунду. У нас есть ссылка на... Что-то, нет, это немножко не та ссылка в чате, которую я не сохранил. Вот, Google Doc. Ага, это была информация по мероприятию в Москве, которое... Кстати, у нас 7 числа Ужур, Красноярский край. Вы знаете, знаю город Ужур, потому что я сам заканчивал... Рязань, приветствую. Заканчивал училище ракетных войск в городе Харькове, и у нас в Ужур ехало большое количество людей, которые там служили, охраняли нашу родину, да, были, скажем так, ракетно-ядерным щитом. И остаются, в принципе, таковым. Итак, коллеги, включаю ролик, и через минут 7 я вернусь к вам, и мы обсудим то, что вы сейчас послушаете в данном ролике. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8 этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде.
с 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С 1-го 16%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С 1-го 17%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. С 21-го по 24-й 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами.
За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Вот такой маркетинг-план, который, в принципе, достаточно прост, как я уже говорил, да? У него целый ряд преимуществ, которые кратко были перечислены, хотя есть еще некоторые тонкости, отличающие его от целого ряда программ, наверное, от большинства, которые существуют в мире MLM. То есть очень важный момент, то, что если вы достигаете квалификации следующей по карьерной лестнице, соответственно, вам в течение короткого промежутка времени она присваивается в тот же день. Да? То есть у нас, как сказали ребята, разрабатывающие программу, что программа анализирует весь товарооборот, который происходит в течение получаса, то есть каждые полчаса, и выплачивается вознаграждение, и выплачивается, точнее, присваивает следующий уровень квалификации. То есть маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-планам мгновенных выплат. Поверьте, таких немного. То есть буквально единицы компаний существуют, у которых, скажем так, только что-то сделал, либо твои партнеры там под тобой что-то сделали, тебе тут же идут начисления. Как правило, в большинстве компаний это все осуществляется по окончанию текущего месяца. Если вы в начале месяца выполнили следующую квалификацию, продолжаете строить структуру, у вас идет большой товарооборот и так далее, все равно вы проценты получаете по той квалификации, которая у вас была. И только по окончании, скажем так, подведения итогов за работу за месяц, вам потом будет присвоена следующая квалификация, и в следующем месяце вам уже будет идти по процентной раскладке, которая будет уже привязана к следующему вашему квалификационному уровню. То есть это очень важно. И мгновенные выплаты тоже важно. Здесь маленький акцент. Я думаю, что большинство из тех, кто присутствует сегодня в комнате, знают, что недавно у нас запущена программа верификации. То есть это для того, чтобы мы все более и более соответствовали юридическим схемам, то есть были правильно, скажем так, юридически защищены сами, и чтобы были защищены наши инвесторы. Да? То есть чтобы мы могли убедиться, что вы есть вы, а вы в какой-то степени, что мы это есть мы. Да? И, соответственно, маркетинг-план мгновенных выплат, как я это озвучил, будет работать для тех людей, которые сами верифицировались и верифицировались их партнеры. Теперь, если ваш партнер купил себе пакет какой-либо, да, а программа такое сегодня предоставляет возможность, но не прошел верификацию, то есть сначала он просто подтвердил свои данные почты и так далее, он зарегистрировался, выбрал пакет, купил, но не верифицировался. Да, он просто оформил. Соответственно, вы начисления не будете получать до тех пор, пока он не пройдет верификацию за этот платеж. Вы сами можете быть неверифицированным. Есть еще вторая сторона вопроса. Вы не верифицировались, посчитали, что это вам не нужно, что вы уже когда-то делали, вы обиделись на нас, что мы вели эту процедуру, да, считаете, что вы, скажем так, свободный гражданин и вас нельзя напрягать, но если у вас на бонусный счет будет копиться как любая сумма денег свыше $30, вывести вы сможете теперь только после того, как верифицируетесь. Это нормальная
скажем так, схема работы любой платежной системы. Попробуйте вывести, скажем так, деньги не из верифицированного аккаунта, из какой-нибудь более-менее серьезной платежной системы, которая сегодня используется в мире. Ничего не получится. Завести туда сможете, они так как бы так ворота приоткрыли, то есть вы деньги туда отдать можете. А вот вывести обратно неверифицированным – нет. Поэтому мы ввели этот контроль и расскажите всем своим партнерам, которые в вашей структуре могут быть, чтобы они просто верифицировали свои аккаунты. Вот таким вот образом. Есть ли у вас какие-то вопросы ко мне сейчас? Мы сегодня в приподнятом настроении, скажем так. Все тоже здесь в офисе в Москве видели новости, которые сообщали в Перископе. Вот. Ждем, скажем, приезда нашего директора, он приедет завтра. Правда, с утра он будет точно присутствовать наверняка на выставке в Москве, возле Красной площади, улица Ильинка, дом 4. Это гостиный двор у нас там находится, да? В принципе, рукой подать от метро Площадь Революции. Я сегодня там выходил, совсем рядом, метров 100, наверное, не больше. Вот. Информация будет в ближайшие дни, я думаю, более подробная о том, что происходило сегодня, о том, что происходило вчера, позавчера в Минске. Ну и вот сейчас я получил подтверждение от человека, который у нас занимается непосредственно, скажем так, программированной комнатой и так далее. Ну, если нам дадут отмашку, то завтра, начиная с 10 часов, каждые 2 часа будем выходить на связь, ну и рассказывать о том, что происходит на транспортном форуме под названием «Транспорт России 2016». Там, возможно, будут гости, будем подключать их, мнение слышать там и так далее, и так далее. Интересна такая схема, кстати. Просто хочу задать вопрос. И надо ли вам это, кстати, да? То есть у меня всегда вот иногда возникает вопрос, захожу в комнату, там 10 человек, например. И всегда возникает вопрос, так, а надо ли вообще людям что-нибудь, которые находятся, являются нашими партнерами и так далее. Ну вот видите, из 15, из 14 человек сказал только Евгений, что это нужно. Ну, так, наверное, и происходит по большому счету. Что касаемо партнерской программы, в том числе, потому что, по большому счету, из всех людей, которые зарегистрированы, дай бог, чтобы каждый 20-й, да, зарегистрированный партнер развивали или пробовали даже развивать партнерский бизнес. Что большинство людей, они остаются клиентами, это нормально, они инвесторы. А некоторые люди пробуют, а потом, скажем так, обжигаются и думают, что у них никогда ничего не получится. Просто чувствуют себя хорошо, когда они пишут в чате, что ура, давайте поприветствуем Минского, вот, я с вами. И так далее, и так далее. Хорошо, Валентина и Евгений, то есть для вас завтра лично, если вы будете на этих мероприятиях, мы будем появляться в интернете. Коллеги, у меня все на сегодня, да, потому что больше особо новостей нет, по маркетингу мы поговорили, вопросов вы не задали. Вот, соответственно, кстати, в Ужуре в Красноярском крае, я так понимаю, уже плюс 5 часов, да, то есть время к половине 11 близко. Ольги Георгиевны. Ну что, коллеги, будем, наверное, прощаться. Да? Хочу пожелать вам хорошего вечера. Возможно, сегодня еще какие-то новости появятся в чате. Следите за информацией. Вот. Следите за нашими официальными ресурсами, потому что, вы знаете, не всегда мнение кого-то, которое, скажем так, изложено в информации, которая выложена, совпадает с точки зрения официальных лиц, представляющих нашу компанию. Поэтому новостные ресурсы Skyway Capital, рассылки, которые от нее приходят и так далее, открывайте и знакомьтесь с этим. Вам будет чем оперировать, вы будете четко понимать, что вы достоверную информацию доводите до своего окружения. Вот таким вот образом. Все, коллеги, всем отличного вечера, здоровья, любви, денег. Да, Евгений, спасибо вам, то, что были сегодня с нами. Видите, человек из Хабаровска, там уже 20 минут второго, вот, и он сегодня пришел на вебинар, послушал информацию. Благодарю вас. Благодарю вас всех, что были сегодня с нами. Да. Огромное спасибо за то, что являетесь партнерами нашими, вот, то, что помогаете нам продвигать технологию. Благодаря вашим деньгам мы когда-то стали, скажем так, со скрипом потихоньку продвигаться. Я думаю, сейчас с каждым днем мы будем даже не бежать, не прыгать, я даже не знаю, как это назвать. То есть у нас появляется огромное количество дополнительных устройств, позволяющих нам быстро передвигаться по волнам бизнеса. Давайте на этом остановимся, на позитивной ноте такой.